суток. Сегодня тема будет девочки. Коллекция у меня тут вот, я пока поставил из 5 штук, есть конечно другие, но они вот эти подходят больше к друг другу. Но расскажу, какие-то конечно могли может быть видеть, но расскажу вот с этой милой такой девочка испанского, очень похоже в стиле. Вот видите, даже тона такие же выбраны. Испанская фирма, сделана в Испании. В стиле Лядро. Ну там же она практически в Валенсии изготавливала. Потом по цветам эта девочка схожа, естественно, с этими немецкими статуэтками. То есть неплохой размер. Сделан довольно-таки интересно. В руке ее приятно держать. То есть она и не маленькая, и не такая там большая. Но с одной стороны, конечно, вот если взять платье такое интересное, стаканчик, лицо весьма милое. Вот, и если взять вот эту статуэтку, конечно, когда вот такую берешь, и вся она такая летая, как вы видите, от Германии. Графенталь. Она уже повыше. Посмотрите, тут и козленок один у нее, козленок другой. Тоже, ну, цвета схожие, такие неброские, я говорю, это в стиле. Идет еще есть такая, то есть кроме еще Лядро, да, еще есть Royal Copenhagen, у них все такие. Ну и вот немцы тоже делали такие, видите, более уже крестьяне, когда более простые образы, они уже бывает, пошел у них стиль и более глухих красок. Сами просто линии, вот пальцы, взгляд лица, вот здесь вот интересные волосы развиваются. То есть весьма интересные. То есть вот эти девушки, конечно, по стилю очень подходят, вот эти две вообще. Или там у меня есть семья рыбаков, очень интересные, там из 4 статуэток. Вот они подходят и в стиле, вообще в исполнении, даже размер у них. Вот, вот тут они сходят. Вот эти, конечно, две дамы, они уже разного временного периода. Просто сама по себе, как бы, коллекция девушек, девочек тут. Сама по себе. Вот, ну а так, конечно, если взять там, допустим, девочку, даму, тут уже, конечно, и исполнение другое, и стиль, и все, и рост, и у самой статуэтки. Вот такая вот. Вот такое вот клеймо здесь. Да, одной 24, другой где-то порядка 26 сантиметров. Этой девушке тоже там порядка 23 сантиметров. Ну, здесь тоже германская она. Чем есть схожесть? Видите? Вагнер, Апель, времен ГДР. Вот такая вот. Здесь тоже Испания. Видите? Испанская. Уже интересно, чем, что наоборот коллекция можно делать в одном стиле, здесь же наоборот все, как сказать, именно то, что само интересно, стилизация исполнения. Видите, здесь такое платье. Девушка, наверное, ну в каких годов? Наверное, 20-х, да, здесь. Здесь наоборот уже 19-18 век. Ну, это можно сказать 60-е, возможно, может быть. Я имею в виду про временной период темы исполнения. А сами статуэтки изготовлены, ну, в конце 20 века. Вот такая вот коллекция девушек. Они, только я говорю, две вот тут в основном схожи. Эти же уже, если все их 5 взять, то они все уже, конечно, разные. Но в этом и есть, бывает, коллекции собирают, то есть там по Италии или можно по одному, условно говоря, производителю. Даже, допустим, взять какой-нибудь бренд-изготовитель, у него же тоже там разные идут и стили исполнения, и временные периоды. То есть здесь чисто тема у меня сегодня девочки-девушки. Вот. Вот у меня еще есть девочки маленькие, буквально совсем где-то по сантиметров, по 7 статуэтки, да. Вот еще Валерий тоже дал, там есть тоже интересное. Есть, я говорю, у меня другие, но это уже
Если интересно, задавайте вопросы, спрашивайте. Ну и на этом сегодня все. После видео смотрите, как обычно, у меня фото идут. Ожидаем, что у нас скоро будут опять новинки. Что-нибудь вам еще покажем новенького. Причем не только по статуэткам фарфоровым. Как вы видите, у меня тут и вазы бывают разнообразные, и картины, и панно. Да, ну здесь еще что? Объединяет их в основном то, что они все как бы недорогие. Вот. Потому что... Ну а так. Всего вам доброго. Спасибо за просмотр. До новых встреч. До свидания.